Чтобы она тебе режимы ставила, чтобы ты говорил там, эй, Siri, One Man Squad, пожалуйста. И она тебе ставит. Сделай так, Сурси, чтобы мне было интересно с тобой ДМ поиграть. Я пойду еще раз играю. Просто так играть, ради чего? Чтобы ты потом бегал, рассказывал всем. Ты ДМ перекрысил. Так, а что там купить можно в этом магазине? Это какой... О, это, кстати, второй маркет. Мне надо это задание выполнить. Точно. Спасибо. Я уже забыл про него. Еще 20 купонов все на дыбу, на кейс. Порим, вот эти 20 купонов еще возьму. Нихуя себе. Так, у меня 1100. Что тут можно купить? Третий армор, 8 микс, Battle Ready Kit. А что такое Battle Ready Kit? О, нихуя, я возьму такую тему. Потом, что еще? Гранат возьму. Еще одну гранату. БЗшку, наверное. Так, и что у меня в инвентаре? Battle Ready Kit, гранаты. А БЗшка где? А, все. А, у него бронированный, не понял.
Ох, как я колю в себя просто эту хуйню. Сейчас у меня все будет на хулах. Ебать, проставился. Ты что такое едет? Долбоёвый, сука. Он голый, блядь, катается, охуел, меня давит. Стрим-снайпер, блядь. А как он не умер? Две пули ему дал, он только головой пикает. Два хита он получает и не нокается. Брони УАЗик, БТР и все за мной нахуй. Цыпленок, блядь. Ой, не убивайте нахуй. Ну хорошо. Что, блядь? Я ему сколько давал, он не нокался, я в ахуе. Челы терминаторы, блядь. Урон хавает и не нокается. А, ну нихуя, мне надо все это закрыть теперь. Да пизду нахуй. Блять, надеюсь, второй не успел пробежать. Какие тайминги приятные. Чуть-чуть раньше бы посмотрел, двоих бы их убил. На пятерке заканчиваются. Блять, я хотел первым голом ему дать. Из-за того, что я боюсь, что у меня еще челы выйдут.
Я сейчас умру. Блять, почти умер от своей сишки. Ёбаный в рот. Интересно, а я попал шокером в него или нет? Конечно, мой логотип New Happy, блядь. Сразу лег. Нахуй мне смоки на лицо накидывает. Бля, мне интересно, попал шокером, нет? Попал! Я попал шокером, бля! Через смок, нахуй. А, я ему еще потом насувал, я понял. Бля, от моего лица это просто на звук было. Типа я понял, что меня увидят. А, ну я его почти в смок еще убил потом. Я по месту, где я в него ударил шокером, просто поспреял и не доспреял. Я типа убить так мог через смок. Он ебать, наверное, охуел. От этого. Yes. Ну тут хайграунд преимущество.